Распакуем ручной плиткорез для крупного формата. Он идет в такой вот дермантиновой сумке. При транспортировке довольно-таки легкий и очень удобный. Застегивается на такой вот мощной липучке. В комплект входят присоски, каретка вот с такими мощными подшипниками, алмазный режущий ролик, вот такой вот интересный механизм. Далее идут щипцы и присоски. Их в комплекте 4 штуки. Далее у нас идет вот такая вот шина, слегка прорезинена. Ну и по краям установлены резиновые накладки. Это для того, чтобы плитка не царапалась. И ширина шины 14 сантиметров, высота 2,5 сантиметра. Длина шины 1,65 м. Ну и в общей сложности плиткорез в сборе будет составлять 3 40 сантиметров. Ну а теперь попробуем собрать все на место. И дальнейшая работа с плиткорезом будет уже на столе. Далее у нас идет вот такой вот разламыватель для крупноформатной плитки. И щипцы для разлома также крупного формата. С этими щипцами можно ломать под 45 и 90 градусов, а также 160. Ну и в комплект входят вот такие вот присоски. Протестируем их тоже. Далее у нас идет плиткорез для крупного формата. Итак, соберем присоски. Здесь шестигранное крепление, что очень надежно и довольно-таки удобно. Далее у нас идет режущая каретка на 3 подшипниках. Вставляем ее в шину и пробуем. Ход довольно-таки легкий и без люфта. Все довольно-таки плотно. Далее вот такой вот шаблон для точной разметки плитки. Ну и вот такой вот шестигранник для соединения шины. Все соединяется быстро, плотно и ровно. Ну что ж, теперь попробуем разрезать кусок плитки от крупного формата. Так как здесь у нас обломок плитки идет на конус, то лучше взять эти щипцы. Ну а с другой стороны у нас плитка ровная, и нам можно применить этот ломатель. Как вы поняли, так ломать нельзя. И у нас в наборе со столом идут такие вот зажимы, что очень эффективно. Итак, крепим плитку с двух сторон и с легкостью ломаем. Пробуем еще порезать кусок плитки.
Ну что ж, получилось неплохо, несмотря на то, что у нас плитка слегка перепрессована. Вот такие вот у нас идут крепления для плитки. Все очень надежно работает. Щипцы для разлома плитки по диагонали. Очень нужный инструмент. И вот такой вот ломатель. Тоже себя показал с положительной стороны. Посмотрим, как работают присоски. Работают отлично и довольно-таки очень удобные. А теперь распустим 6-миллиметровую плитку, длина которой составляет 2,60. Да, а вот так делать я не советую. Держать плитку нужно двумя руками. Или ломать надо над столом, чтобы плитка не упала. В моем случае плитка фактурная и присоска не удержала. Попробуем еще одну распустить. Ну, с этой все получилось отлично. Плитку режет ровно и без проблем. Так что, кому понравилась эта система, я на всякий случай оставлю координаты на стол и плиткорез. Ссылка в описании видео. Друзья, продолжение следует. Плиткорез, а также все работы на этом столе буду тестировать, в дальнейшем все показывать. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.